Ферзя не взял. Почему? Не спортивно. Вы же зевнули. Дружочек, чемпионы ошибок не прощают. Анатолий Евгеньевич, как вы думаете, отчего Корчной так заиграл? Растерзал двух экс-чемпионов мира. Я прошу политического убежища. Не вижу принципиальных изменений в его игре. По-моему, это старый добрый Виктор Львович. Есть мудрое решение. Не играть матч. Объявить бойкот предателю. Вы серьезно? Тогда беги из страны и играй. Это моя родина. Зачем мне бежать? Потому что ты заложник. Буду играть. Команду соберу сам. Просьба прислушаться, товарищ министр. А по медвежонку ли дерево? Это больше не игра, Анатолий Евгеньевич. Толь, а жертва на F4 не опасна? Не опасна. Тогда конь F6. Ты мне нужен. Я готов. Вся страна с нами. Рыбаки, животноводы. Убираем на Филиппины. В Багио. Что знает где? В Тихом океане, на острове Люссон. На высоте 1500 метров над уровнем моря. Жду тебя с победой. Будь сделан. А если выиграет? Сожрет его Корчной. Сожрет и не поперхнется. Великая советская школа. Кажется, они раньше дружили. Меня вытеснили из страны, в которой я прожил 45 лет. Вы что хотите, чтобы это бесследно прошло? Мы ошеломлять должны, а не на брюхе ползать. Мы работаем. Значит, вы плохо работаете. Что это за человек такой, Карпов? Корону вот сюда. Положите домой. Вы думаете, шанс есть? Никто не знает. Это игра. У меня такое предчувствие, что матч будет до кровавых соплей.